Всем привет, ребята, с вами я, Словакия 222, у меня завис комп... А вот, отвис. Мы сегодня с вами будем играть в Майнкрафт. Играть мы будем с вами в Bed Wars. Может быть, эта игра пойдет как две серии. Я еще точно пока что не знаю. Ну, смотря какая будет. Ну, а мы начинаем. Так, мини-игры, Bed Wars. Ну вот, вроде. Вот я, пожалуй, в синими буду играть. Ох, как я успел-то в последний момент. А, что я не получил? Давайте, давайте мне. Стоп. Почему у меня теперь... Это по-странному сделано в данный момент. Я сегодня уже играл, было по опыту, писалось, сколько у меня ресурсов. Сейчас у меня, о, 10. Так. Ну, строишься. Да, теперь я буду строиться до центра. Давай, ты теперь стройся. Да. Стройся ты. Стройся ты. А у тебя блоков нет. Ну, понятно, короче. Красный строится, зеленый строится. Да, мы сейчас... я еще не вижу... Кого я не вижу? Желтых, синие, красные, зеленые. Я не вижу красных, может они уже на центре. Такое возможно. В принципе. Знаете, держите вам, но я бронз мне нужна. А, ну не надо как. Так, во, все, 10. 10, я покупаю блоки. Ах, как я уже долго играю. Да что? Ладно. Буду играть что-то. Что у нас здесь? Так, что у нас по оружию? У вас 5 серебра. Хорошо. Сейчас накопим. Я прям уже злой весь. Что у нас здесь? О, я 20 серебра потрачу, но куплю себе броню. Так, вот я... О, все, блоки покупаю. Главное сейчас не свалиться. 48 блоков у меня. Кто ж у нас так хорошо-то строится? Молодцы, молодцы. Алло, Антоха. Ай, надо сваливать, надо сваливать. Чувствует мое сердце, надо сваливать, нет! Нет, да что вас всех? Как он меня завалил, как? Просто. О! Хорошо, я так пропаркурил. Пробел не скрипи.
Так, сюда. Ай! Ой, вон она, хапышка. Так, ты на небо. Назад не смотри на меня так. Я играю за тебя. Я за тебя играю. О, все, надо сваливать. Можно еще раз зайти один раз. Или нет. У меня есть 5 золота. Это, да, ни на что не хватит, но... Дверь я закрываю. Чтоб никто не прошел. О. Так, надо собираться и кого-то уничтожать. Угу. Что у нас по броне? Сколько стоит броня? 15 золота. Угу. А меч хороший? 20 золота. А обсидиан? 8 золота. Ну это 4 будет обсидиана. У нас же обсидиан, да. Надо, короче, бежать за обсидианом. Обсидианом. А, 35 бронз. Такое себе удовольствие. Надо взять бронзы и блоков. А, 35. Ай, короче. Беру... Ой, не то. Беру себе вот это. И беру по максимуму блоков. Ну, 32 блока. Ладно. Получай. Он не разбился? Не попадете. Так. Так. Вот это был звук. Фу-фу-фу-фу. А, прям мою стену нет. Нет, не долби. Ну нет, не надо. Ну зачем ты? Ты же мне был хорошим соседом. Все 2 часа. Ну зачем ты так поступаешь? Сейчас мы проберемся. Я умер? Да. А я почти достроился. Вот почти, вот немножечко бы. Но, конечно, палочка. Да нет, ну не то наш-то. Палочка-крутяк. Так, зеленый, как он построился по голове? Он над головой немножко. Так. Шерсть красного. О, наша шерсть пошла. О. Я не скинул того красного. Ну как я так сумел-то? А, ну почему, ну почему? Так, надо тогда брать палочку и блоков. Ну, опять 3 сольва, ну ладно. 5, 25. Проходим. Давай, давай.
Так, 8-8, да, у нас уже есть. В смысле все не лишились кровати? Я иду ее застраивать, как бы. Так, на нашей, то есть, базе кто-то есть. Синего одного завалили. Если на нашей базе кто-то есть, то мне на нее лучше не идти. Я тогда смогу. Ну, подходи, подходи. Что? В смысле? Кто? Как сзади ты мог оказаться? Ужасный фейл, да? Ну-ка, покажите мне его. Ну, сзади никого нет. Что меня тогда подтолкнуло? Хорошо, даже если ты был сзади, допустим, не застроился. Ты падай уже отсюда, разбился бы. Ладно, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Словакия 222. Всем удачи, всем пока.